Наши братья меньшие, лучший друг ребенка, член семьи – все это знакомое описание домашних питомцев, которых мы так любим. Но тогда почему многие из них оказываются на улице? Ежегодно по всей стране отлавливают порядка 40 тысяч собак. Более чем две трети из них умирают. Пока одни выкидывают неугодных за дверь, другие спешат на помощь. Это касается и волонтеров приюта «Добродетель», которые безвозмездно тратят время и силы на четвероногих постояльцев. Прихожу, помогаю, кашу варить. Вот. Как бы, ну и все. Помогаю, если надо убраться. Вот. Если есть возможность, кто-то другой варит, то помогаю кормить, вот, которые на улице. Ну, в вольер я не захожу, а именно уличных. Перед тем, как животное попадает на территорию, оно обрабатывается от блох, клещей и гельминтов. Новому постояльцу присваивается номер после прививки. Для взрослых только от бешенства, щенкам еще и от вирусов. Плюс стерилизация. В ближайшее время приют начнет чипировать четвероногих. Это поможет отслеживать собаку и после того, как ее заберут. Самое необходимое для приюта – это корм для животных. Сейчас здесь содержится 160 собак и даже одна кошка. За день они съедают 2,5 мешка круп и 25 килограммов мяса. Между тем, расходы на содержание приюта немаленькие. В месяц только на корм уходит 6 тысяч рублей. Еще 400 на аренду земли, уплату налога и коммуналку. Раньше за спасение жизни животных, которые попадали в пункт временного содержания, приходилось тоже платить. Если собаку никто не забирает, через 5 дней ее ожидает эвтаназия. Нам отменили оплаты содержания за первые 5 суток. В Буксапе, ну, я хочу сказать, что мы наладили отношения, мы нашли общий язык, значит, нам пошли во многих вопросах навстречу, вот, за что мы очень благодарны, что дает и увеличивает шанс именно спасать животных более эффективно сейчас. Благодаря неравнодушным приют растет и расширяется, однако потребностей меньше не становится. Нужны витамины, пеленки, стройматериалы. Помочь можно разными способами. Взять себе щенка, стать волонтером или просто перевести деньги на счет. Добровольцам, которые умеют шить и мастерить, рады в первую очередь. Любой маленький шаг – это большая поддержка для постояльцев Ирины Ковалеровой и ее команды. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.